Павлодарский завод по производству алюминия отказался от импортного сырья и увеличил казахстанское содержание. Сегодня около 80% продукции экспортируется в соседние страны. Казахстанский электролизный завод произвел 2 миллиона тонн продукции. На первоначальном этапе завод сплавлял лишь 11 тысяч тонн алюминия. Сейчас годичный план по производству достигает 250 тысяч тонн. Ранее для этих целей использовалось иностранное сырье, теперь же преимущественно используется отечественное. С 2016 года на нашем евразийской группе существует масштабная программа по увеличению доли казахстанского содержания. С учетом этой программы, в рамках этой программы мы полностью отказались от потребления и поставки из ложниц, которые были произведены в Китае. Теперь эти изложницы нам изготавливают алюминий Казахстана.